утро. Что нас тут сварили? Что, нас тут так почистили нейроны, что аж это, колдубины такие. Я на работу, Коля выходной. Ну как выходной, у него тоже много дел сегодня. Поедет сейчас постригаться, потом что-то еще он там куда-то хотел. Не знаю, дела у него какие-то. В общем, так что он будет сегодня с вами, и я потом вечером присоединюсь уже. Да? Да, обязательно. Куда-нибудь вас прокачу сегодня. Да, так что покажу вам. Оставайтесь, катайтесь с ним. А вот и я, постриженный. Всем еще раз привет. Все, меня обкарнали. Теперь опять помолодел на несколько лет вперед. То есть назад. Сейчас поеду делать остальные дела. Куча их вообще. Надо как-то потихоньку раскрепаться. Еще надо экзамены сдавать на работе. Ой. На работе всегда учишься. На учебе учишься, на работе учишься. Вот такие дела. Ну вот я и дома. Меня тут уже встречает. Хвост про хвост. Да, Варёк? Скучала, да, сидела. Сколько шерсти от тебя летит. Не стал много снимать. Только вот, только, наверное, с парикмахерской снял и все. Прокатился, поделал некоторые незначительные дела. Может, и значительные для кого-то. Все рассказывать не буду. Это будет таким секретом предпраздничным. Скоро 8 марта. Вот поэтому и не снимал. Ну что, сейчас буду готовить кушать, мыть посуду. Вот так мои выходные проходят. Галина Бланка Буль-Буль. Алина на работе. Как закончит, позвонит. Поеду за ней. А ты что, Васек? Что хочешь кушать? Что варить? Что будешь кушать? Не знаешь? Ну, я не знаю. Надо будет сейчас что-нибудь приготовить. Тоже все надоело. Варим что-то там, супы, гарниры, гречку недавно делали. Уже все приелось. Какая-то депрессуха по поводу еды. Ничего особо кушать не хочется. Вот такие дела. Ладно, пойду кулинарить. До скорого включения. Снова всем привет. Включение теперь из кухни. Я тут уже приготовил ужин. Тут у меня говядина с подливочкой. С подливкой, или кто как называет. У меня почему-то постоянно получается с комочками, но, по-моему, сейчас они разошлись. Все-таки есть чуть-чуть. Может, он мне секрет выдаст, как его сделать без комочков. А здесь пюре картофельное. Все приготовил, жду, когда Алина напишет теперь мне. Помыл посуду также. Ваську покормим мяском. Да, Васюк? Еще кушать хочешь? Или поедешь за Алину? Поехали за Алиной. Поехали. Поедешь? Сейчас Алина должна уже закончить. Скоро напишет с минуты на минуту. И мы будем выезжать за ней наверх. Или я один. Мы, наверное, в магазин поедем. Значит, я один поеду. Я тебя обманул. Да? Ах, какой, скажи. Ладно, до скорого включения. А у нас тут слегка пробки. Поехал я уже за Алиной, ползу по тихой. На светофоре тут стали. Вот такие вот пироги с котятами. В общем-то, я приехал, сижу, жду Алину. Говорит, что где-то идет. Ждем. Идет уставший работяга. Привет. Чего? Как твой день? Как отработали? Хорошо отработали. Всем хорошо. Привет еще раз. Еще раз всем привет. Чего? А вы пострижены? Да, пострижены. Спасибо. Не знаю. Что это кухня? Не знаю. Может, кухня и домашняя? Да, есть такое. Ну, да, значит, от меня. Ну ладно. Галина, планю. Угу. Что, поехали домой? Домой или куда-нибудь? Домой. А что нам надо куда? Ну, я думал, нам надо... Ну, я молочко уже купил. Сбегал уже. Может, в Леруа? По поводу заготовок на люстру. Я же хочу люстру сделать сам. Ну, можно в Леруа заготовку. Ну, это быстренько. Там взять пару патронов для лампочек. Мама может... просила посмотреть крепление для картины. Ну, давайте тогда пойдем туда
и посмотрим. Там как это... сегодня в других очках я. Ну, и я выкрутил все на максимум, да. Вернемся к исходному варианту. О, вот они мы. Мы приехали в Леруа. Смотрим, тут всякие цветочки. Их тут вообще куча кучная. Да, и пойдем посмотрим кашпо, потому что нам нужно посадить 3 цветка на кухне, которые стоят на подоконнике. Вот, да. Что-то типа такого вот я хочу. Это керамика. Не, керамику я не хочу. Я хочу какие-нибудь типа пластиковых, обычных, ну, самых простых. Чтобы ничего такого там, нет, прям. А он пластиковый, знаешь, нет, я хочу рядом. Простые, знаешь. Мы прошли, наверное, их с тобой здесь. Такие вот. Простые. Ну, типа Икея, пластик. Да, я, кстати, такой. Недавно смотрела. Ну, нет, мне такие что-то уже разонравились. Я хочу какие-нибудь, типа, вот таких. Вот. А вот это прикольно. Вот, типа таких я хочу, но поменьше. И чтобы 3 цветка сидело в одинаковых кашпо. Причем я хочу какие-нибудь супер цветные на весну, типа такого. А, вот маленькие есть. Нет, оранжевый не хочу. Зеленый. Ну что-то мало. Да, мало. Ну, в Икее вот мне очень нравится. Средний, но это белый. Мне в Икее нравятся такие, знаешь, там приятные розовые или что-то сиреневые. Вот, ну, оттенок такого. Там тогда будем смотреть. Может быть, да. Но хотелось бы уже пересадить, да? Может быть. Но зеленый я не хочу. Или хочу. Но они большие. Не, ну фикус надо как раз такой брать. Потому что он маленький. Нет, подожди, нам надо одинаковые брать. Начнем с того, что они должны быть одинакового размера и цвета. Ну, маленькие, я считаю, брать нецелесообразно, потому что фикусу мало места. Но, простите, наши кактусы утонут в таких. И, во-первых, они не будут смотреться на вот такой. Они разрастутся. Мне кажется, они не будут смотреться, они очень огромные. То есть нужны какие-то вот такие хотя бы. Ну да, пониже. Это очень большие. Вот, например, вот здесь мы смотрели, даже вот эти, они поменьше, мне кажется. Угу. Такие вот. Подведены. Да. Еще не высокие. Да. Ладно, посмотрим еще. Мне тут угрожают. Я не угрожаю, у нас просто кости есть, надо порубить дома, чтобы сушить варить. Ужас. Вот есть топор за 2400. Очень хорошая цена. Но он легенький. Можно хорошо ходить на охоту. С топором? Да, есть по... Ой, нет, тяжелый. Он чуть ли не колонка. Есть такие вот маленькие. Это тоже колонка. Кошмар какой-то. Они могут топорики делать. Где-то же не видно. Топоры маленькие. Побольшие. Ну, маме надо в деревне дрова ходить. Какой там косой. Че, не? Да он косой вообще. Ладно. Мы, короче, взяли только такие вот крючки для полотенец, для крепления, для того, чтобы полотенца удобно держались. У меня дома такие есть, очень удобно. Мы тоже покупали в Леруа, только в Красноярск, когда ездили давно уже. Я хочу, да, для сбора ягоды. Я хочу подарить кому-нибудь на 8 марта, потому что мне кажется, это очень удобно. А у многих нет таких, и полотенца просто висят на крючках и падают. Подумаю, может быть, с работы кому-нибудь подарить. А может быть, подруги. Вот такие дела. Все? Копорульки. Мы домой? Копорульки у меня есть. Помнишь, мы купили? В ленте. Да. Мы тут ходили, смотрели цветы. И вспомнили, что время-то пришло уже цветы садить. Угу. Уже ж март. А Алина, ленится не хочет. А я что-то вообще забыла про них. Мне надо посадить петунию, чтобы на балконе они росли потом, летом. Вот, мы там еще какие-то купили, я не помню, как они называются. Ну, короче, надо же их высаживать, оказывается, вовсю. Что это? Незаметно, весна подкралась. Угу. Что ты там нашел? Я перчатки смотрю. Просто смотрю. Все, на работу хочешь? Зачем мне их на работе даю? Ладно, пойдем дальше. Ну, куда дальше? Домой? Ну, да, домой уже. Дальше только. Мы, наверное, все обошли уже. Маме мы не нашли крепление для картин, которое она хочет. Горшочки я себе не нашла. Шторы мы не нашли. Мы шторы еще в зал смотрели. Не нашли ничего подходящего. Вот. Так что пойдем на кассу. А смотрите,
А смотрите, а кто-то с ума сходит. Ой, облизывать. Извините, уж я пойду раздеваться. Кошмар какой-то, не буду я ее брать, я сейчас себя шерсти буду. Она вся линяет у нас, вообще у нас просто все вещи, весь диван просто в ее шерсти. Ты что, почистил его? Такой чистенький, нет? Вот здесь вот он, можно показать, вот тут прям. Просто вообще, просто берешь везде ее шерсть. Везде твою шерсть, собака. Ну, держи у меня на штанах. Да, пойдемте кушать. Пойдемте кушать. Мы уже дома приехали, будем ужинать. Коля приготовил сегодня ужин. В общем, показываю вам. Это пюре с мясом в подливе. Я уже показывал так. А, ты показывал? Да. Я порезала хлеб. Очень, конечно, толстый кусочек хлеба я ем. Это вот Коля будет есть такой хлеб. Что, давай решишь? Не знаю. Тут у нас уже кофе. Готовится. То есть уже приготовилась. На подходе. Дальше. Здесь молоко я вылила. Надо его тоже будет сейчас подогреть. Очень-очень еле теплое. Короче, время у нас 9 часов, но я захотела кофе и сама вот думаю, усну я сегодня или нет. Ты тебе завтра 12 и можешь нормально ложиться. Ну да, но а ты представляешь. Будет за кофе. О, слушай, это мне кажется перебор. Да, нормально. Нормально? Нет. Главное не переборщить с кофеином и уснуть. Варюшка, ты наелась? Тима, я наелась. Я сейчас ее покормила. Она такая довольная, что ей еще дали поесть. Коля ее кормил сегодня. Она еще захотела. Ладно, думаю, я же ее не кормила сегодня. Только Коля кормил. Я не кормила, поэтому думаю, ладно, покормлю ее тоже. Что, переборщил? Мое уже нагрелось. Сейчас дожду, думаю, секундочку. И бухнула, да? Да. Ну ничего, ты все равно скоро можешь в микроволновку. Что-то слишком много на меня. Коля кофе готовит, Коля после тебя убирает от кофе, моет рожок и все остальное. А вот ты что-то ничего не делаешь. Не милая. Я работала сегодня. Что делала на работе? Ой, всех строила. Всех построила и домой пришла. Ты опять ешь? Снова. Ну это диетическое, там можно кушать. Такое чувство, что ты не заканчиваешь есть никогда. Ну просто снимаешь, когда ем. А мы специально это делаем, да, Варюшка? Угу. Когда Коля кушает, мы специально берем камеру и показываем. Вот, посмотрите на его вены. И он говорит, что он мало кофе выпил. Ладно. Да, конечно. Ладно. Много выпил. Сейчас киви полечит. Нейтрализует? Угу. Наверное. Ладно, меня тоже ждет киви. Если на работу собираю, Коля. Угу. Понемножечку. Угу. Слушай, как искусственная. Вот, которую в пачке продают. Угу. Лучше не брать. Угу. Не чавкайте, пожалуйста. Ну, вкус, ну что поделать. Ладно, тогда я выключаю. Угу. Ладно. Всем пока. Наверное, спокойной ночи спать. Мы пойдем фильм смотреть. И спать. И спать одновременно. Угу. Пока-пока. Что, всем спокойной ночи, всем спокойной. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.